Есть у нас в городе одно излюбленное взрослыми и юными воронежцами место. Вы, наверное, уже догадались, что это за место. Устроим променад и узнаем, чем же оно так привлекает жителей города. Придачинская, также Чернавская, Митрофановская дамба. Старая дамба в центре Воронежского водохранилища. Попасть на нее можно как с правого, так и с левого берега. На парковку заехать можно только с Чернавского моста. С левым берегом Митрофановскую дамбу соединяет висячий мост, ранее привлекающий молодоженов. Парк реконструировали не так давно, после чего внимание горожан к нему сильно увеличилось. Это идеальное место для неспешных прогулок и отдыха на скамейках у воды. Помимо аллеи для пеших прогулок имеются дополнительные дорожки для велосипедистов и роллеров в целях комфорта и безопасности. Для желающих позаниматься спортом на свежем воздухе есть площадка с тренажерами, а для родителей с малышами – игровая детская площадка. Мусорки, туалеты, беспроблемные парковки – здесь есть все, но не придерешься ведь. На территории дамбы расположились несколько спортивных комплексов. Центр гребли на каноэ, футбольный манеж, ледовая арена. Здесь все про спорт, здесь все про активный отдых. То, что я люблю. А я уже нагуляла аппетит. Покушать я тоже люблю. Как хорошо, что в парке есть такая роскошь. Спасибо большое. Красивое, динамичное, атмосферное место. Сама люблю здесь проводить время. И вам советую.